Dragon. West. Работая над Flight Model, мы пытались уловить некий баланс между историчностью и удобством игры. Прежде всего, мы делаем игру. Поэтому с какими-то исключениями наша Flight Model очень достоверна. Flight Model разных самолетов, конечно же, отличается. Мы в каждый самолет стараемся вдохнуть душу, чтобы он летал максимально отлично от других. Мы хотим, чтобы у нас был низкий порог вхождения, а в то же время большая глубина игры. То есть, чтобы люди могли все дольше и дольше, находясь в атмосфере World of Warplanes, чтобы они все больше и больше открывали для себя возможности разных тактик, разных методов управления самолетом. В нашей игре мы можем делать и бочку, и петлю, и Эмельман, и другие всевозможные фигуры высшего пилотажа, что безусловно, дают преимущество в бою. Из истории. Мертвая петля, в России известная как петля Нестерова, вертикальный вираж в виде замкнутой петли. Свое название «мертвая» получила из-за того, что некоторое время было рассчитано только теоретически. Многие пилоты погибли в попытке осуществить эту фигуру высшего пилотажа. Впервые в мире выполнено 27 августа, 9 сентября по старому стилю 1913 года в Киеве русским военным летчиком Петром Николаевичем Нестеровым на самолете Ньюпорт-4 с двигателем «Гном» в 70 лошадиных сил. Переворот Эмельмана – простой, но эффективный маневр, названный в честь немецкого летчика аса Первой мировой войны Макса Эмельмана. Он одним из первых стал использовать тактику внезапности, заходя со стороны солнца, а для победы ему редко требовалось более 25 выстрелов. «Я безоружен, пока я ниже» — кредо аса в воздушном бою. То есть мы учитываем всевозможные параметры полета, даже такие незначительные, как вес и сопротивление бомб и навесного вооружения. У нас дистанции меньше, у нас самолеты более юркие, более быстрые. Это значит, что ты можешь получить кайф от игры за намного меньшее время, чем если бы это было в жизни. Основная идея, чтобы игрок воевал против своих врагов, а не против своего самолета. Наша система прокачки заключается в том, что игрок может поставить определенную пушку на свой самолет или определенный двигатель, получить преимущество в огневой мощи или получить преимущество в скорости и маневре. Можно собрать самолет очень сильно вооруженный, но благодаря тому, что подвес тяжелого вооружения дает большую инерционность, может более эффективно использовать тактику бумзума, то есть может свалиться с небес на ничего не ожидающего противника, срезать его одним выстрелом и уйти дальше куда-то в сторону. Для примера прокачки мы можем взглянуть на самолет Ла-5. Из истории. Модификации Ла-5. Первый полет Ла-5 состоялся 21 марта 1942 года. За свою историю базовая модель имела 3 серийных и 2 опытных модификации. Модификация Ла-5F появилась благодаря новому форсированному двигателю увеличенной мощности и позволившему решить проблему перегрева, а также фонарю кабины с улучшенным обзором задней полусферы. Модификация Ла-5FN получила форсированный двигатель с непосредственным впрыском топлива и смогла успешно конкурировать с БФ-109Г. Ее появление привело к значительным изменениям в тактике воздушных боев. На самолете Ла-5 также летали наиболее результативный пилот советских ВВС Иван Кожедуб и знаменитый летчик Алексей Моресьев, лишившийся обеих ног, но несмотря на это сумевший на протезах вернуться в истребительную авиацию. Он у нас представлен в тех модификациях, которых никогда еще не был представлен ни в одном авиасимуляторе. То есть человек может собрать себе из тех предложенных двигателей, вооружения и планеров самолета вариант такой, который только лишь предполагался, который испытывался, но не был принят на вооружение. Но тем не менее это очень интересная машина. У игрока будет возможность кастомизировать свой самолет, менять камуфляжи, ставить любимые эмблемы, пинап, что позволит ему в бою быть достаточно узнаваемым. Damage-модель, система повреждений предполагает максимальное сходство с реальностью.
Самолеты состоят из большого количества модулей. Часть модулей влияет на модель повреждения самолетов. То есть... Я имею возможность повреждать в самолете все. Кабину, хвост, того же пилота, двигатель. Абсолютно все модули, которые игрок может увидеть в игре, в панели, каждый из них может быть поврежден. Поврежденные крылья теряют подъемную силу. И в то же время с поврежденными крыльями самолет будет двигаться с меньшей скоростью. Горящие баки приводят к разрушению самолета, если пожар не остановить. Из истории воздушных боев. 30 августа 1942 года. В небе над Тихоокеанским островом Гуадалканал истребители корпуса морской пехоты США F-4F Wildcat. Эскадрилью ведет 27-летний капитан Джон Смит. На 900 метров ниже более двух десятков смертоносных японских «Зеро» атакуют армейские P-39 Air Cobra. Японские пилоты увлечены погоней и не видят угрозу сверху. Смит ловит прицел начинающего пологий разворот влево противника и пикирует. Цель — попадание в точку перед кабиной пилота. Именно там расположен главный топливный бак. Точный залп гарантирует мгновенное возгорание самолета. Часто при этом происходит взрыв, короткая очередь, и капитан в шестой раз сбивает самолет противника. Удачная тактика помогает ему поразить грозный «Зеро» на менее маневренном F-4F и одержать эскадрилье «Уайлдкэтов» победу в очередном бою за господство на Тихом океане. Расчет полета пули у нас очень честный, с учетом баллистики. Но попасть в противника будет достаточно просто. Для игроков, которые привыкли играть в аркады, мы предусмотрели опцию, которая делает небольшие подсказки по поводу предсказания цели, куда нужно стрелять, чтобы попасть в самолет. Это называется упреждение. Наземные цели сейчас у нас представлены надводными и, собственно, наземными целями. На земле у нас имеются зенитки, у нас имеются вражеские базы, которые мы сможем атаковать. На море у нас есть корабли, которые мы сможем тоже атаковать различными типами вооружения. По наземным целям наиболее эффективно действуют, конечно же, ракеты и бомбы, поэтому штурмовики, с этой точки зрения, наиболее востребованный класс.